вижу, отлично, десяточки. Ну что ж, продолжаем. Зачем мне нужен биткоин? То есть, как вы обычно отвечаете на этот вопрос? Нужно здесь развернуть и вызвать у человека заинтересованность, потому что, по сути, наш бизнес, он основан на самом главном продукте, это как раз-таки биткоин. То есть, нам дается возможность, не делая каких-то крупных инвестиций, то есть не выступать как инвестор, а просто прийти как обычный человек, совершенно рядовой, который хочет зарабатывать. И при этом мы с вами можем зарабатывать самую дорогую валюту мира. И поэтому здесь ваша задача как бы объяснить человеку выгоды. Именно почему выгодно зарабатывать, получать начисления в биткоин, а не в рублях или в долларах. И, конечно же, здесь обязательно нужно показать, что благодаря тому, что нам начисления делаются в биткоин, мы можем, собственно говоря, получать еще прибыль благодаря этой уникальной валюте. И немножечко тогда нужно рассказать. Во-первых, спросите, знает ли вообще человек, что такое криптовалюта биткоин, что такое вообще криптовалюта, слышал ли он эту информацию. Потому что очень часто люди говорят, я вообще не слышал никогда, да, или там слышал, но не знаю, не понимаю. Многие говорят, да, я знаю. То есть нужно именно разобрать с человеком тот момент, насколько это крутые деньги, насколько это выгодно для человека. Самый простой банальный пример, который вы можете привести. Сравним, да, если бы, например, вы зарабатывали в рублях или в долларах, то есть вам бы компания платила в рублях или в долларах, что происходило бы у вас? Вы заработали 100 долларов. И, соответственно, вам каждый день нужны какие-то средства, да, тратить на жизнь, на магазины, на продукты, за квартиру заплатить. То есть эти 100 долларов вы начинаете тратить, и они у вас уменьшаются. Но если у вас на балансе не доллары, а биткоин, что происходит? Благодаря тому, что биткоин возрастает в цене, вы деньги тратите, а они у вас не уменьшаются, а увеличиваются. Вот когда вы человеку сможете вот это объяснить, он скажет, слушайте, ну это, конечно, действительно выгодно, потому что, ну, собственно говоря, общаясь с людьми, очень многие говорят, а зачем мне биткоин? Я зарабатываю в рублях, в долларах, мне это вполне устраивает. Я говорю, ну здорово, смотрите, давайте сравним, да, какая разница. Вы тратите свои деньги, и они у вас каждым днем тают и уменьшаются. А я трачу свои деньги, и они у меня не уменьшаются, а увеличиваются. Понимаете, вот в этом нужно показать человеку его интерес и его выгоду. И когда человек поймет, что благодаря этой валюте он может капитализировать свои средства, то есть что значит капитализировать? Это значит, что наращивать свой капитал. То есть его деньги не уменьшаются, не тают, а его деньги возрастают или во всяком случае остаются на прежнем уровне. И самый простой пример, который я обычно привожу. Предположим, вы заработали один биткоин. Сегодня, если вы эти средства обменяете на доллары, вы получите вот уже сегодня, да, 3000 там с копейками, 3000. Но благодаря тому, что курс биткоина стремительно растет, и он будет расти все выше, выше и выше, то, соответственно, вы сегодня потратили какую-то часть биткоина, потому что биткоин имеет способность распадаться на микрочастички, да, на микро, так скажем, сатошики. То есть мы можем, по сути, от биткоина отделить какую-то часть, как, предположим, мы бы от 1 доллара взяли бы 50 центов. Но при этом, используя доллара, мы не капитализируем средства, а тратим. А благодаря тому, что биткоин растет в цене, как раз-таки мы и капитализируем свои средства. То есть мы можем взять 0,5 биткоина и стратить. У нас остается 0,5 биткоина. Сегодня 0,5 биткоин, если вы переведете, это будет, предположим, 1500. Завтра биткоин подорожал и стал стоить уже, предположим, 4000. И у вас остался вроде как бы 0,5 биткоина на счету, но благодаря тому, что курс вырос, соответственно, что у вас и средства не уменьшились, а они как бы увеличились. Вот и вот этот именно элемент нужно показать человеку. Это прежде всего выгодно самому человеку. И он тогда вам скажет, ну, конечно же, это интереснее, да, то есть вроде как бы тратим деньги, а они не уменьшаются, а увеличиваются. Поэтому нужно всегда объяснить, зачем мне нужен биткоин. То есть, чтобы человек увидел именно свою выгоду для себя. Поставьте, пожалуйста, плюсики, ребята, если вы меня вот поняли на 8-м пункте. И если вы сможете донести до любого человека именно вот эту мысль. Так, Расим, спасибо. Татьяна, благодарю.
говорю. Так, дальше, друзья, почему нет продаж? Да, вот очень многие люди говорят, странно, у вас, вы говорите, есть продукт, но нет продаж. То есть про сам продукт мы уже все разобрали, мы уже смогли человеку объяснить, какой у нас продукт, да, уже смогли дать человеку понять, что у компании Redox есть продукт, и этот продукт востребованный. Но почему нет продаж, надо тоже уметь объяснить. И поэтому мы всегда сравниваем с физическим продуктом. Почему в компаниях, во всех, которые выпускают физические товары, неважно какие, есть продажи? Потому что большинство физических товаров имеют способность заканчиваться. Там, где физически есть товар, который не заканчивается, как бы это уже маркетинг компании. То есть компания хочет, да, чтобы люди создавали товарооборот, и, соответственно, компания забирает себе большую часть прибыли. Но очень как бы ярко можно показать на примере с физическим товаром, предположим, косметикой. И, соответственно, что происходит? Если есть такой товар, такой продукт косметический, то это, например, духи, да? Духи могут закончиться, то есть мы пользуемся этим продуктом, но через какое-то время этот продукт заканчивается. Значит, что нужно? Компания должна выпустить новую партию продукта, чтобы новые пользователи опять приобретали и создавали товарооборот. Соответственно, компания что делает? Она с товарооборота, с продаж отдает дистрибьюторскую сеть, предположим, 20% от прибыли. 80% компания должна забрать себе, пусть даже 50/50, неважно. Но большую часть прибыли компания обычно забирает себе. Почему? Потому что на эту прибыль компании нужно содержать заводы, компании нужно выпускать новые партии продукта для того, чтобы люди снова покупали, опять продукт закончился, опять на прибыль компания выпускает новую партию продукта. И вот этот вот бесконечный поток. То есть продукт заканчивается, и его нужно заново выпустить, его нужно заново создать. Что происходит с электронным продуктом? Электронный продукт не может закончиться, потому что не может закончиться вебинарная комната, не может закончиться хостинг, не может закончиться конструктор. Этот продукт выпускается один раз, и, соответственно, чтобы этот продукт работал, его просто нужно поддерживать в рабочем режиме. Да? То есть многие компании вводят абонплату, но у нас нет абонплаты, и у нас нет обязательной продажи. По сути, мы с вами делаем единоразовую продажу бизнес-места сразу с комплектом продукта. То есть мы продаем один раз. Один раз человек купил бизнес, и он тут же с этой оплатой покупает доступ к сервисам. И при этом наш продукт не заканчивается, он может использоваться постоянно, уже всегда. И единственное, что на поддержание сервисов требуются какие-то там, допустим, средства, да, но у нас партнеры компании, они полностью освобождены от уплаты, ну, от абонементской платы на поддержание. То есть мы не платим никакой абонплаты. Ну и при этом еще наш продукт в сравнении с физическим каким-то другим продуктом, он просто не может закончиться, потому что это вечный продукт, он вечно будет существовать, как говорится, только вы его поддерживаете в рабочем режиме. Так, пункт номер 9. Ребят, поставьте, пожалуйста, плюсики или уже давайте единички. Единички, кто теперь уже понимает, да, если человек вам задаст, почему у вас нет продаж, вы сможете объяснить, почему мы не продаем продукт. Мы продаем его единожды с бизнес-местом, то есть человек получает доступ к сервисам, и так как наши сервисы не могут закончиться, соответственно, нам нет необходимости создавать еще какой-то, так скажем, дополнительный товарооборот для компании, мы создаем товарооборот сами для себя, для партнерской структуры, потому что наш маркетинг все 100% средств возвращает в сеть. Так, отлично, вижу единички. Следующий вопрос. Где компания берет биткоины? Вот, ребят, кто знает ответ на вот этот вопрос? Напишите, пожалуйста, сейчас в чат ваши ответы, предположения, как вы, например, отвечаете или ответили бы на этот вопрос, или какие вообще у вас мысли, как вы думаете, что надо ответить на этот вопрос. Напишите сейчас, пожалуйста, в чат. Потому что, когда я задаю этот вопрос партнерам, где компания берет биткоины, то они, конечно же, теряются, да? Так, и в Японии обмениваем в обменнике. Так, еще какие у вас есть ответы? Напишите, пожалуйста.
на бирже, так, которые уже майнеры добыли через обменник. Вижу ваши ответы. Смотрите, очень такое, знаете, можно включить в принципе логику, да, и дойти до сути ответа на этот вопрос. Компания, ребят, нигде не берет биткоины. Она их не майнит, она их не добывает, она их не покупает. Сейчас перейдем в режим рисования. Я хочу вам прям порисовать. Компания RedEx. И у нее компания выпустила биткоин-кошелек. Есть биткоин-кошелек. И в качестве расчетной единицы внутри системы компания приняла биткоины. Предположим, компания бы приняла доллары, да, или рубли. Неважно, какая валюта. Но мы сейчас говорим о биткоине. То есть биткоин – это расчетная единица внутри системы. И компания как бы поставила условие, что ваше бизнес-место стоит такое-то количество биткоин. Вот, например, 0,005 биткоина. Да? Все, чтобы вы вошли в систему и чтобы вы купили себе бизнес-место, вы должны оплатить за свое бизнес-место именно вот такую сумму биткоин. То есть нету внутри компании денег, нету внутри компании биткоин. Это просто расчетная единица. Вот как бы стоимость вашего места вот такая. Вот. Вы должны в своем аккаунте положить, в своем кошельке положить вот такую сумму. И эта сумма должна у вас находиться не в долларах, не в рублях, а именно в биткоин. Поэтому просто поймите то, что ваше бизнес-место, которое вы хотите открыть в системе RedEx, стоит вот такую вот сумму биткоин. Вы просто-напросто это место покупаете за свои собственные деньги. И покупаете вы их за доллары, за рубли, за гривны, за евро. Неважно, за какую валюту вы покупаете это бизнес-место, но ваша задача, чтобы вот здесь у вас в кабинете на кошельке лежали именно биткоин. То есть это расчетная единица. Предположим, что это были бы доллары, да? Вы бы что сделали? Вы бы просто-напросто зашли бы в кабинет, положили бы на свой кошелек, который там был бы, положили бы доллары, перевели бы вы их туда, предположим, с виза карты, да, с кошелька какого-то, неважно, с какого-то кошелька, с мастер-карты, неважно, с какой-то платежной системы, вы бы завели в свой кабинет долларами. Но мы заводим с любой платежной системы именно биткоины. И поэтому мы эти биткоины кладем своими собственными деньгами. Но чтобы они превратились в биткоины, нам с вами нужны биткоин-обменники. Поэтому нету внутри компании биткоинов, нету такого, что компания их добывает, где-то их покупает. Мы покупаем, но мы просто покупаем бизнес-место. И мы покупаем это бизнес-место за свои собственные деньги, любой валютой, но по пути, пока наши деньги попадут в наш кабинет, они должны попасть туда именно в виде биткоин. Мы используем биткоин-обменник. То есть вот этот путь с вашей платежной системы, с любой, да, карточки или там все что угодно, кошелек, доллары, евро, рубли или гривны, или иены, неважно, должны прийти к вам в ваш кабинет RedEx на ваш биткоин-кошелек в виде биткоин. Поэтому вот этот вот путь мы проделываем через биткоин-обменник. Мы свои собственные деньги заводим на наш, в систему. Но условия компании, все, что в систему деньги должны поступить именно в биткоин. Вот этот момент понятен, да? То есть внутри компании нет биткоинов, нет процесса майнинга или чего-то другого. Все пользователи, все партнеры свои же собственные деньги заводят в систему в виде биткоин для того, чтобы купить себе бизнес-место. Понятно. Поставьте, пожалуйста, двоечку. Кто понял вот этот вот ответ на вот этот вопрос? Так, сейчас, секундочку, мы вернемся с вами на
презентацию. Так, отлично, двоечки. Супер, молодцы. Так, следующий вопрос. Как я могу зарабатывать на биткоин в компании Redox? Кто знает ответ на этот вопрос, пожалуйста, тоже напишите в чат. Есть ли у нас варианты для того, чтобы мы могли зарабатывать на биткоин в компании Redox? Какие у кого мысли? Пожалуйста, напишите. То есть, что здесь имеется в виду? То есть, человек может у вас спросить, хорошо, а если я не хочу строить партнерскую структуру, но хочу каким-то образом получить, да, доход, хочу приумножить биткоины, то есть именно благодаря биткоину хочу получить доход, но при этом я не буду ничего делать, я не буду строить структуру. Да, пишите, пожалуйста, ответы. Так, маркетинг, кошелек на росте курса, на курсе биткоин. Отлично, правильно, друзья. То есть, смотрите, если человек говорит, могу ли я благодаря вот этой расчетной единице, так, опять слетела запись, половина урока не запишется. Так, 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 секундочку. Так, 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 секунду, секунду, ребята, слетает у меня периодически запись. Да, мы можем объяснить, что, конечно, вы можете получить прибыль благодаря росту курса биткоин. Вы можете сегодня за свои деньги завести в систему какое-то количество биткоин, то есть какое-то количество денежных средств своих личных, конвертировать в биткоин через обменник и положить на кошельке, да, хранить на биткоин-кошельке эти деньги. Соответственно, вы можете получить прибыль только лишь благодаря тому, что биткоин будет дорожать. И на разнице курса вы получаете для себя прибыль. То есть человек может выступить как инвестор, да, пусть даже он небольшую сумму сегодня положит, но он просто будет ждать, пока курс поднимется, так скажем, еще выше, выше и выше, и будет большая разница, и, конечно же, благодаря вот этой разнице он сможет для себя заработать, получить дополнительный доход. Да, правильно, но мы сейчас говорим именно о биткоин, как можно благодаря самой криптовалюте биткоин получить доход. Ну, естественно, если мы говорим о маркетинге, друзья, то это уже мы говорим как о работе, да, как о бизнесе, как о построении бизнеса. Но если человек вам говорит, а я не хочу ничего делать, но хочу для себя получить какой-то определенный прирост, доход, то, конечно же, благодаря вот уникальности самой криптовалюты человек может это сделать. Так, следующий вопрос. Где брать людей в каждую площадку? Вот тоже, пожалуйста, хочу, чтобы вы сейчас написали ответ на этот вопрос. Вот эти вопросы, они порождаются, возникают именно в процессе общения, когда уже у вас человек заинтересовался, загорелся идеей, он начинает разбираться в информации, и сразу начинает появляться рой вопросов. На самом деле это очень здорово, когда человек начинает задавать вопросы, это значит, что ему это интересно, что он вникает, что он начинает разбираться. И когда вам задают очень-очень много вопросов, это, поверьте, что это ваш будущий лидер. Потому что если человек с самого начала уже начинает, ну так скажем, глубоко рассматривать информацию, это очень здорово. Так, нет, вы не поняли, ребята, вопрос. Где, вот смотрите, когда вы начертили человеку маркетинг, давайте вернемся опять к доске рисования. Так, вот когда вы человеку начертили площадки, да, первая площадка 62 у нас бизнес-место, вторая площадка 30 бизнес-мест, третья площадка 14 бизнес-мест, четвертая площадка 6, пятая площадка снова 62 бизнес-места. И то есть вы человеку уже рассказали маркетинг, и он говорит, слушайте, ну такие цифры 62, 30, 14, 6, а где же мне взять столько людей в каждую площадку? Вот здесь, ребята, вот сейчас как раз-таки ваша проверка вас на знание маркетинга. Вот, Татьяна Орлова, правильно.
Так. Мы сейчас не говорим о том, где брать людей в бизнес. Мы говорим о том, что человек может вас спросить, а где же столько взять людей в каждую площадку? То есть в первую мне надо 62 партнера, во вторую мне надо 30, в третью 14 и так далее. Вот, все правильно, Расим, отлично. То есть мы должны человеку объяснить, помочь ему расслабиться, да, потому что человек, когда будет видеть цифры, многие начинают пугаться. Во-первых, мы должны объяснить, что вот это количество людей, это не вы один должны пригласить. Благодаря уникальному маркетингу, как строится наша структура, вот это количество людей, это общекомандная работа. То есть вы, возможно, вообще пригласите только двоих. И эти двое будут активны, и они дадут построение бинара, и у вас пошла дубликация. И каждый партнер, приглашая по два, вот таким вот образом заполняет площадку. Во-первых, нужно обязательно объяснить человеку, что 62 партнера – это не вы лично приглашаете, а это делает вся ваша команда. А чтобы это делала вся ваша команда, соответственно, нужно, чтобы все ваши партнеры, которых вы приглашаете, пусть даже вот эти первые два, они тоже были активны, чтобы они не были инертны, а чтобы они пришли и делали то же самое. И, соответственно, когда идет повторение действий простых, то это происходит очень быстро. И следующий момент, да, вот правильно теперь вы уже отвечаете, что эти же самые люди, они и идут за вами, вот вы перешли во вторую площадку, эти же партнеры идут следом за вами, это уже ваша команда, и она именно за вами следом идет. Возможно, кто-то более активный, и вот этот партнер с глубины, он гораздо быстрее заполнит свою первую площадку и пойдет гораздо раньше, чем, предположим, партнер вот с этой глубины, да, например, ну, это образно, чем вот этот. Этот еще не выполнил свой объем, он еще не заработал. А партнеры из глубины могут гораздо быстрее зарабатывать и, соответственно, переходить следом за вами во следующие площадки. То есть те же самые люди, ваша структура, из верхних уровней, из средней, из глубины, неважно. Но за вами идут те люди, которых вы уже пригласили в первую площадку. Вот это основа. Какую основу вы вот здесь создадите, вот эта основа активно за вами и будет перемещаться во все абсолютно площадки. То есть нужно объяснить, что не нужно в каждую площадку приглашать новых партнеров. Нет, ни в коем случае. Это как раз-таки вот эта уникальная фишка, когда единожды мы пригласили людей, и уже эти люди всегда за нами следуют по пятам, да, по шагам в каждую следующую площадку. Да, с первой, все верно. Так, окей. Так, возвращаемся. Возвращаемся к слайдам. Так, как я могу зарабатывать, где брать людей? Как заполняется моя структура? Вот здесь будем более подробно сейчас опять же разбирать на доске рисования. Очень многие люди. Сейчас переключусь. Да, очень многие люди теряются, как происходит заполнение площадки. Сейчас, секундочку, ребят, я отключу скайп. Так, давайте будем разбирать, как происходит заполнение вашей площадки. Ну, на примере, самом простом, начнем с первой. Многие люди говорят, хорошо, пятый уровень заполнился, второй, третий, четвертый, пятый. А что происходит дальше? То есть человек не видит глубины. Когда мы с вами не видим глубины, мы как бы не знаем, что происходит дальше, да? У нас происходит такое невидение наперед. То есть нам нужно видеть глобально, наперед, просматривать прям образно, мысленно всю структуру. Поэтому да, мы должны с вами знать, что происходит потом. То есть, во-первых, как происходит заполнение первой площадки. А если вы ориентируетесь на вот эту вот ссылку своего первого головного аккаунта, то система всегда будет ставить людей по периметру. Слева направо, справа налево. То есть она ориентируется на вот эту вот точку, и она видит, что под ней, под этой точкой, идет заполнение уровень за уровнем. И она будет расставлять людей в любое пространство, но всегда по периметру. От этого края до этого края, потом от этого до вот этого.
Если же вы ориентируетесь, предположим, по своему второму аккаунту и заводите людей только по вот этой ссылке, соответственно, система будет ориентироваться только на вот эту ссылку, и она будет вам лить людей, вот если мы пополам разделим вот так площадку, вот это второй аккаунт, вот это третий, и она вам будет лить людей только в левую сторону. Она никогда не поставит человека вот сюда, в правую сторону, потому что у нее ориентир вот на вот эту вот точку. А под этой точкой такие же 5 уровней, и дальше пошла глубина. Если вы ориентируетесь на вот эту вот ссылку, то есть на третий аккаунт, то, соответственно, система будет лить в правую сторону. Вот это понимаете, да? Поэтому очень правильно, когда вы по верхней ссылке продолжаете регистрации до самого 5 уровня. Сейчас мы снова нарисуем. До самого 5 уровня. Почему? Потому что вам нужно, чтобы ваша система до 5 уровня, ваша структура, заполнилась вся равномерно, потому что вам нужно вывести на выплату вот этот вот аккаунт. И вам не важно, под кого пойдут ваши люди, под вот этих вот партнеров или под вот этих, но вам нужно, чтобы у вас каждый уровень был заполнен полностью, равномерно. Поэтому вы ориентируете вашу систему на первую ссылку главного аккаунта до самого 5 уровня. Потому что ваш этот кабинет должен закрыться и принести вам доход. Хотите вы того или не хотите, но вам нужно это сделать. Соответственно, если вы видите, что здесь у вас как бы партнеры работают активно, а здесь менее активно, да, здесь как бы пошла глубина заполняться, вот сюда, предположим, под вот этим партнером, под вот этим партнером пошла заполняться глубина, а под вот этими партнерами никого вот здесь вот нет, то вы, ну, я имею в виду вот на 5 уровне, вот здесь повыше, то, соответственно, вы будете продолжать регистрировать по вот этой ссылке, чтобы вам система залила вот эти вот пустоты, понимаете, да? Потому что если вы возьмете за ориентир вот эту ссылку, система зальет вот этот вот участок, а этот нет, он останется голый. Поэтому вам нужно ориентироваться до 5 уровня по верхней ссылочке. Теперь что происходит дальше? Опять же рисуем первую площадку. Это понятно. Вот когда уже вы закроете все 5 уровней, и у вас, соответственно, нужно, чтобы вот этот аккаунт и вот этот, второй и третий, вышли на вознаграждение. Соответственно, вам нужно заполнить 6 уровень, потому что для вот этих аккаунтов 6 уровень относительно вот этого будет 5. То есть считаем, да, 1, 2, 3, 4, 5, а для этого кабинета 1, 2, 3, 4, 5, 6. Для этого кабинета тоже ваш 6 будет 5. Понимаете, да? Соответственно, что вы можете сделать на этом этапе? Вам в любом случае нужно равномерно строить и дальше структуру, помогая активным партнерам. И когда вы уже закрыли все 5 уровней, уже вот этот ваш верхний аккаунт заработал, под ним все ровненько закрылось, последний партнер занял место, и система вам сделала начисление. Но у вас же есть еще второй аккаунт и третий. А чтобы их закрыть, нужно заполнить 6 уровень. То, соответственно, здесь вы уже смотрите по факту, с какой стороны у вас активнее работают люди. Если вы видите, что у вас активнее работает команда вот с этой стороны, вы можете брать ссылочку вот этого кабинета и помогать заполнять вот этот вот 6 уровень вот в этот сектор, правый. Если вы видите, что здесь партнеры как бы работают, и они самостоятельно как бы приглашают, здесь идет активная работа, и, собственно говоря, вам пока здесь не нужно принимать участие, а в правой стороне у вас пусто, вот здесь вот у вас пусто, то, соответственно, вы берете ссылку вот этого аккаунта, третьего, для того, чтобы заливка шла вот сюда. Вам нужно закрыть 6 уровень в любом случае, чтобы второй и третий ваши аккаунты тоже вышли на вознаграждение. Хотите вы того или не хотите, но это ваш интерес, вы в этом заинтересованы, вы это будете делать. Понимаете, да, вот этот момент? Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто, ребят, вот это понимает. Потому что до 5 уровня вы это как бы уже независимо от того, где, как работает активно команда, вы все равно будете ориентироваться на вот эту точку, потому что вам, ну, все равно закрыть 5 уровень надо, иначе вы не начисления не будет у вас. 6 уровень вы уже просматриваете, анализируете и начинаете регулировать.
Соответственно, вы видите, что если тут уже полностью у вас шестой уровень закрылся, а здесь какой-то партнер отстает, предположим, да, вот в этом секторе вот эти вот люди не работают, здесь все заполнилось, а вот здесь вот как бы пусто, то вы можете снова взять ссылку вот этого кабинета и дозалить вот этот вот как бы кусочек шестого уровня, просмотрев его, как бы и дозалить. Тоже, вот это понятно, это все вы должны контролировать, потому что вам не нужно, чтобы система закидывала ваших людей, вот если вы по этой ссылке будете ориентировать, система может и вот сюда закинуть, она может закинуть и вот сюда, да, она может по-разному закинуть людей, то проще всего взять и как бы целенаправленно, локально поставить, чтобы быстренько закрыть вот этот кабинет и вот этот, чтобы они у вас заработали. Теперь дальше, что происходит после шестого уровня, когда вы уже вывели все свои три аккаунта на выплату, это был ваш личный интерес, и вам это нужно было сделать в обязательном порядке, чтобы вы получили деньги. До шестого уровня вы вот таким вот образом активно идете и заполняете, и помогаете вашим партнерам. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой уровень. То есть вы понимаете, да, что кому-то из партнеров, если здесь кто-то отставал, то им повезло, потому что вы заинтересованы все равно закрыть шестой уровень. И вы как бы ну, не ждете, пока вот этот, вот, предположим, партнер пригласит под себя. Вы дозаливаете вот этот вот кусочек. Вам нужно закрыть шестой уровень. Но что надо сделать после шестого уровня? Что целесообразно сделать? Соответственно, дойдя до шестого уровня, вы уже будете видеть, что в вашей команде есть лидеры. Вы видите, что вот этот вот партнер, предположим, да, или вот этот вот, активно работает, и он закрыл вам шестой уровень, он закрыл, а вот этот вот партнер, предположим, не работает, вы его закрыли, вот сюда вот вы ему поставили людей, но он ничего не делает, да, соответственно, вы в этот момент уже находитесь на второй площадке, потому что у вас уже и первый аккаунт закрылся, и второй, и третий, вы в этот момент уже сами находитесь на второй площадке, и, соответственно, вам нужно, чтобы ваши партнеры побыстрее сюда за вами перешли, чтобы у вас произошло закрытие, чтобы вы заработали. Поэтому что вы будете делать? Дойдя до шестого уровня, вы уже определили ваших лидеров. Вы уже видите, вот этот вот человек работающий, например, Наталья, да, Наташа, вот она пришла, она работает. Вот здесь вот партнер работает активно, да, например, Николай или Олег. Олег. Два уже, вы видите, рабочих партнера у вас. Вот этот вот человек, например, тоже, он активно работает. Там Светлана, предположим. И, соответственно, предположим, вот из этого всего количества у вас, ну, 10, 15, 20, да, человек, которые работающие. Остальные все вот такие вот пассивные. Что вы же не будете вот этого человека тянуть за собой на вторую площадку. Вы же не будете под ним закрывать полностью первую. У вас есть уже вот рабочие люди, вы их определили. И, возможно, у этих людей для того, чтобы закрыть первую, не хватает там 1-2 аккаунта, да, предположим, сейчас я другой цвет возьму. Предположим, вот у Светланы тут не хватает одного или двух человек, чтобы она закрыла первую площадку и перешла за вами во вторую. И вы заинтересованы, чтобы Светлана сделала это быстрее. Не вот этот вот партнер, а именно вот этот, потому что это работающий партнер. Соответственно, перейдя за вами во вторую, он тоже будет здесь заполнять вашу вторую площадку. А если вы вот этого заведете, он опять придет и встанет здесь у вас, как говорится, да, вот просто будет стоять, и вы будете вынуждены заливать под него людей, потому что вам нужно закрыть свою вторую площадку. Да, вы определяете активных, ключевых уже людей и помогаете им. И, соответственно, вы смотрите, если у Светланы тут не хватает два партнера, вы просто-напросто помогаете ей этих людей доставить, чтобы она закрылась и пошла за вами на вторую. Смотрите, у этого человека, предположим, троих не хватает. Вы тоже ему помогли, не вот сюда вы ставите своих уже приглашенных, а именно под вот этих рабочих людей. И вы помогаете им закрыться, чтобы они пораньше пришли к вам на вторую и помогали уже закрывать вам вторую площадку. То же самое вы будете делать с ними и на второй. Вы уже определили со всего вот этого огромного потока людей, которые к вам зашли в первую, вы выбрали ключевых людей, лидеров, и именно с ними вы начинаете двигаться уже на более дорогие площадки. Не нужно сюда за собой тащить, тянуть лентяев.
Соответственно, вам здесь нужна рабочая активная команда. И вот этих вот лидеров вы будете за собой вести. И вы заинтересованы помогать именно им. То есть вы можете сделать таким образом, что вы делаете человеку регистрацию по вашей ссылке, потому что вам нужны личники. Помним об этом, да, что личники имеют очень важное значение. Вы делаете человеку вот этому, вот, предположим, да, вы хотите помочь этому партнеру, но это ваш человек. Пусть он регистрируется по вашей ссылке, но когда он зайдет в кабинет, он может активировать, вернее, поменять спонсора на вот, допустим, конкретно вот под этого человека, под этот RDX, для того, чтобы встать вот сюда локально и помочь вот этому партнеру сделать закрытие. То есть вы ставите его локально. Сейчас есть такая у нас функция, что можно после регистрации по вашей ссылке, чтобы у вас человек был закреплен именно за вами в системе, но поставить его локально в то место, куда вы хотите, через смену спонсора, через RDX. Он заходит, активируется и возвращается опять же, ну, в свой кабинет и опять меняет спонсора на вас. Понимаете, да? Для того, чтобы локально ставить людей по структуре, у нас, слава богу, есть такая возможность. И мы можем вот такие вот маленькие пустоты локально заполнять, потому что это выгодно и вам, и это выгодно и вот этому партнеру. Вы ему помогли, а он пошел за вами во вторую. Да, все верно. Подтягиваем активных партнеров. Так, ребят, по вот этим моментам, как строится структура, все понятно, потому что еще мы не доработали, сейчас еще продолжим. Что происходит еще дальше? Это вот как бы рабочий момент, как регулировать активность своей структуры, как быстрее выводить свои площадки на выплаты и как манипулировать вот так разными ссылками. Если у вас несколько кабинетов, это очень удобно. Теперь что происходит после того, как у нас произошло закрытие 5 и 6 уровня. Тренар на всех площадках? Нет, тренар у нас, друзья, на 6, на 7, на лайте и на старте. Что на 1, 4, надо найти 4 активных человека, а не еще 4. Да, это правильно, можно 2 и 4 найти активных. Что-то где-то недопонимаю. Ну, Антонина, если что-то недопонимаете, это вполне нормально. Для этого мы и разбираем все вот эти моменты. Вам просто нужно несколько раз посмотреть маркетинг, прочитать маркетинг, возможно, да. Ну, обязательно вы разберетесь. Так вот, друзья, смотрите. Первый уровень, второй уровень, третий уровень, четвертый, пятый. Это то, что мы видим в кабинете. А что же происходит дальше? А дальше происходит то, что у нас люди, которые находятся в наших уровнях, вот здесь на всех уровнях, ведь у них под каждым, да, благодарю, Антонина, у них у каждого под собой такая же пятиуровневая площадка. Пришел вот сюда вот партнер к вам, но под ним такая же открывается пятиуровневая площадка, и он точно так же должен ее закрыть. Соответственно, у вас происходит углубление структуры. То есть начинает строиться 6 уровень, заполняться, 7 уровень у вас заполняется, 8 уровень. И в каждом уровне происходит удвоение количества мест. То есть если в первом уровне у нас 2 бизнес-места, во втором 4, 8, 16, 32, в пятом 64, в шестом 128, в седьмом 256, в восьмом и так далее. Ваша структура начинает расти в глубину. Да, когда закрывается 10 уровней, у вас срабатывает реинвест. Да, то есть вы получаете еще раз за выплату 0,155. То есть по закрытию 5 уровня нам система начисляет наш чистый доход, вернее, 0,155 биткоин. И когда у вас происходит заполнение структуры на 10 уровней в глубину, 9, давайте, это на примере первой площадки, 10 уровень, то вам система снова начисляет на баланс 0,155. И так каждые 5 уровней в глубину при равномерном заполнении дают вам снова и снова 0,155 дохода. То есть многие спрашивают, а что происходит после 5 уровня? Кто-то куда-то перемещается или кто-то куда-то уходит? Нет, друзья. В каждой площадке происходит все то же самое, только с условием меньшего количества уровней для получения выплаты.
Если в первой площадке нужно 5 уровней углубить структуру, чтобы заработать, во второй нужно углубить на 4, чтобы заработать, в третьей на 3. Понимаете, да, что там нужно меньше уровней заполнить, чтобы получить вознаграждение. Но структура также продолжает строиться в глубину, дальше, дальше и дальше. И, соответственно, что у вас происходит? У вас начинает масштабироваться ваша структура. И вот эта вот глубина, выплаты, вернее, не имеют ограничений по глубине. Если у вас выстроится структура до 1000 уровня, вы всегда будете получать ваш доход за каждые 5 уровней. Заполнились 5 уровней в глубину, снова вы получили доход. Сейчас вот так нарисуем. Вот так вот, первая площадка, да? То есть вот здесь вот 5 уровней вы закрыли с командой. Система вам сделала начисление. И дальше происходит дубликация. Партнеры снова углубляют структуру еще на 5 уровней, да? Вот здесь 5 уровней. Вот здесь 5 уровней. Снова вам начисление. Еще 5 уровней в глубину. Вот таким вот образом. Снова начисление. И так с любой глубины, хоть до 1000, хоть до 1000000 уровня у вас будет строиться структура, за каждые 5 уровней в глубину вы всегда будете получать начисление 0,155 по первой площадке. Понимаете, да, вот этот момент, что происходит со структурой, когда закрылось 5 уровней? Она продолжает строиться в глубину, но она разрастается. Потому что у нас уровневый бинар, и каждый следующий уровень, количество бизнес-мест удваивается. Да, и за каждые 5 уровней в глубину вы всегда зарабатываете с любой глубины, всегда 100%. То есть смотрите, как устроен наш маркетинг. Обычно в компаниях идет, допустим, какой-то процент максимальный, там, предположим, 50% до 7 уровня, да, до 7 уровня выплачивается. Дальше за 8 уровень идет выплата, предположим, уже 3%. С 8 уровня, с 9 уровня 2% идет, да, вот как бы в других маркетингах. Там с 10 уровня 1%. И дальше все, начислений уже нет, только до 10 уровня. А дальше уже вам не начисляется, хотя структура может быть продолжать масштабироваться. То у нас всегда 100% с любой глубины, но за количество уровней, заполненных в глубину. На первой площадке это 5 уровней. На второй, давайте вот так вот расчертим, на второй площадке это 4 уровня в глубину, и вы зарабатываете 0,96. Снова 4 уровня в глубину. Снова 0,96, еще 4 уровня в глубину, снова 0,96 и так далее растет ваша структура. Вот что происходит в глубине. Структура ваша масштабируется. Вот это и есть сетевое построение вашей структуры, потому что большой очень плюс в том, что нет ограничений по глубине и по уровням. Всегда 100% вы зарабатываете с любой глубины, и ваша глубина без дна. Она не имеет ограничений. Это очень классно, всегда классно, да, то есть не до 10 уровня, а до любой глубины всегда получать деньги. Хотя уже на глубине будут работать ваши партнеры, соответственно, да, уже даже не вы приглашаете туда людей, а ваши партнеры уже приглашают, но вы все равно продолжаете зарабатывать. В третьей площадке, соответственно, это за 3 уровня. 3 уровня закрылись, и вы зарабатываете 3,5. Еще 3 уровня в глубину. И вы снова 3,5. Еще 3 уровня в глубину. И вы снова 3,5. И то же самое на каждой площадке до бесконечности в глубину. Вот такой у нас замечательный щедрый маркетинг. Так, теперь следующий момент. Следующий момент давайте разберем, как происходит начисление 100% в систему, в структуру и 100% вам. Кто знает ответ, друзья, на этот вопрос, поставьте, пожалуйста, пятерочку. Кто путается в этом вопросе, можете поставить единичку. Как происходит? Так, отлично, пятеры. Ой, какие молодцы, уже все поняли. Так, есть люди, которые единичку. Да, поэтому, смотрите, будем разбирать. Как происходит стопроцентное начисление всех и вам? Сейчас, секунду, друзья.
Так, смотрите, очень многие, когда мы еще в самом-самом начале только стартовали, да, многие еще партнеры путались в ответах, вопросах, маркетинге, и очень многие люди, которым мы рассказывали о бизнесе, они нас как бы упрекали в обмане, да, то есть говорили, что вы обманываете, у вас не 100% идет в сеть. То есть многие люди считают так: 1, 2, 3, 4, 5. 62 бизнес-места, 5 уровней, да, 62 бизнес-места умножаем на то, сколько стоит активация первой площадки, например, да, 0,005, мы умножаем на 0,005, это как вот считали очень многие люди. Получается у нас сумма, сейчас мы посчитаем, 0,005 умножаем на 62, получается 0,31 биткоина, как бы вы должны заработать. А вы говорите, что у вас доход с первой площадки 0,155. Да? У нас же такое начисление. То есть говорят, так вы обманываете, нет у вас 100% в сеть. Ведь вам должна вот такая быть сумма начислена, а вам начисляется вот такая сумма. Ребят, 100% в сеть. Это не значит, что вы пришли, и все, что сделали люди вот на этой площадке, досталось только вам. Не бывает такого, да? А что же тогда заработает человек, который стоит рядом с вами, выше вас? То есть люди, которые рядом с вами в системе. Ведь все зарабатывают совершенно одинаково. Ну, справедливости по маркетингу, всем одинаковое вознаграждение. 100% в сеть, это значит, что вот здесь стоит человек, вот здесь стоит человек, вот здесь вот стоят везде люди, и вот эти все деньги, они отдаются вот сюда, в эту систему, в сеть, всем вот этим людям. Не в компанию, а именно партнерам. Вот это значит 100% в сеть. Как же происходит начисление 100% конкретно партнеру? Конкретно партнеру происходит начисление согласно маркетингу. Первая площадка вам начисляется. Да, Татьяна. Первая площадка вам начисляется по условиям маркетинга с 5 уровня. Выше ваш стоящий партнер, для него будет ваш 4 уровень. У вас 4 уровень, но для вот этого партнера это будет 5. Вот смотрите, что происходит. Вот у этого партнера вот площадка. И вы к нему пришли в первый уровень, предположим, да, вот это у него первый уровень, вот это второй, вот это третий, четвертый, пятый. Ой, не так, давайте вот так вот нарисуем. Первый, второй, третий, четвертый, пятый уровень. Это уже шестой я тут захватила. То есть смотрите, для вас 1, 2, 3, 4, 5, вот это вот пятый уровень. Но для вот этого партнера, который стоит выше вас, ваш четвертый уровень и четвертый уровень вот этого партнера являются пятым. Правильно? 1, 2, 3, 4, 5. Вот он, пятый уровень для вот этого человека. Он стоит выше вас. Но для вас это четвертый, и для рядом стоящего это тоже четвертый. И чтобы вот у этого партнера закрылся пятый уровень, соответственно, под вами должен закрыться четвертый и под вот этим четвертым. То есть это 100% в сеть. Еще выше этого партнера тоже есть человек. И для него вы уже будете находиться во втором уровне, потому что у него в первом уровне будет находиться вот этот вот человек и вот этот. А два под ним стоящих и два стоящих под вот этим, это уже будет, соответственно, вот для вот этого человека ваш третий уровень. Вот так вот мы начертим. Понимаете, да? То есть деньги 100% в сеть отдаются людям, не в компанию, а именно людям. От партнера к партнеру, peer-to-peer. Да, это чья-то пятая линия. Поэтому как начисляется 100% именно партнеру? Это происходит следующим образом, согласно маркетинговой программе. Если вы должны на первой площадке заработать 100% с пятого уровня, вот это и ваш будет 100% доход. Во второй площадке вы 100% зарабатываете с четвертого уровня. Вот четвертый уровень 100%. С третьей площадки вы зарабатываете 100% с третьего уровня. А теперь давайте будем считать.
На пятом уровне у нас с вами сколько бизнес-партнеров? Напишите, пожалуйста. 32, правильно. На пятом уровне у нас 32 бизнес-партнера. Так вот, когда вот эти 32 человечка, вот эти вот кружочки, это каждый кабинет, который принадлежит отдельному человеку. Вот таких вот 32 кабинета у нас на пятом уровне. И, соответственно, каждый из них, точно так же, как и вы вот здесь, оплатили за это место 0,005. Соответственно, умножаем наш доход, вот он, 32 партнера, пятый уровень. 32 умножаем на 0,005 биткоина, мы получаем с вами сумму 0,16 биткоина. Вот он наш 100% доход. Вот этот партнер, который стоит выше нас, и для которого наш четвертый уровень является пятым, он тоже также заработает 32 раза по 0,005. Ему точно так же начислит система 0,16 биткоина. Вышестоящий партнер, для которого третий уровень ваш будет пятым, то же самое. То есть у каждого партнера есть свой пятый уровень, с которого он по условиям маркетинга и получает 100%. Но получается 0,16, да? Не 0,155, а 0,16. Кто знает, почему мы получаем 0,16, а начисляется нам, вернее, начисляется 0,16, а получаем мы 0,155. Кто знает, поставьте, пожалуйста, двоечку. Так, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Отлично, молодцы. Все уже знают. Супер. То есть мы закрыли пятый уровень, и нам положено с этого уровня заработать 100%, и система нам делает начисление 0,16 биткоина. 0,16 биткоина, но чтобы у нас с глубины, вот с этой глубины, которую мы разбирали, со следующих пяти уровней, тоже система сделала начисление, она снова оплачивает нам вот это бизнес-место, чтобы вот на вот этом у нас доходы не закончились, а чтобы мы продолжали зарабатывать с глубины. Система забирает от 0,16, отнимает 0,005, и ваше же бизнес-место снова оплачивает. И у вас остается на руках 0,155. Но при этом вы за следующие 5 уровней в глубину снова зарабатываете 0,16. Понимаете, да? Система у вас снова снимет 0,05, и следующие 5 уровней в глубину вы снова заработаете 0,16. Именно вот этот реинвест дает возможность нам с вами зарабатывать многократно, бесконечно. Поэтому у нас с вами остается на балансе именно вот эта вот сумма. 0,155 биткоин. Это понятно, да? Теперь смотрите, как это выглядит со стороны. Давайте опять масштабируемся. Представим, что наша структура уже очень-очень-очень глубокая. Мы вот здесь вот заполнили 5 уровней. И мы заработали, уже получили с вами 0,16. Система нам оплатила за 0,005 наше бизнес-место. И мы продолжаем зарабатывать дальше. У нас на руках осталось 0,155. Теперь дальше. Наши партнеры, которые находятся на всех уровнях, должны под собой закрыть такую же площадку. Но мы-то зарабатываем с пятого уровня, поэтому мы должны дождаться, пока наши партнеры на пятом уровне закроют под собой 5 уровней в глубину, закроют вот такие же площадки под собой. Вот так вот я даже вам прочерчу. То есть под каждым человеком должна закрыться такая же пятиуровневая площадка. Закрылись 10 уровней в глубину, и система нам делает реинвест. То есть как это происходит? Вот эти партнеры закрыли под собой площадку, им система начислила 0,16 биткоина. И точно так же, как и у нас, она у них отнимает 0,005 для того, чтобы эти партнеры уже тоже выходили на следующий реинвест. И вот эти вот 0,05, друзья, от всех вот этих вот 32 партнеров, которые находятся у нас на пятом уровне, вот от этих, с пятого уровня, они поднимаются к нам. И у нас происходит вторая выплата, второе начисление.
Дальше, чтобы произошло третье начисление с глубины, уже теперь вот у этих партнеров должны их партнеры с пятого уровня закрыть под собой такие же пятиуровневые площадки и углубить структуру еще на 5 уровней в глубину, то есть уже опуститься на 15 уровней. У вас структура заполнилась на 15 уровней. Происходит следующее. Этим вот партнерам, так как они закрыли 5 уровней под собой, система начисляет 0,16, отнимает 0,005, и эти 0,005 поднимаются кому? Они поднимаются вот этим партнерам. У этих партнеров происходит реинвест. И когда у каждого из 32 произойдет реинвест, система отнимает уже у них вот эту сумму и опять возвращает как бы вам, да, оплачивает вам. То есть у вас происходит третий реинвест. И так постоянно с глубины, как только ваша структура углубляется снова на 5 уровней, постоянно с глубины вы получаете реинвест бесконечно. Вот что происходит. То есть здесь произошло углубление уже до 20 уровня. Эти уже партнеры получили свою выплату, да? Эти 0,005 поднимаются к этим. У этих произошел реинвест, а у этих произошла вторая выплата. Когда у этих партнеров произошла вторая выплата, у вас происходит третья. Вот этот момент понятен, как происходит реинвест из глубины. Что для этого нужно делать? Если все понятно, ребят, поставьте плюсик. Если кому-то непонятно, поставьте нолик. Разнообразим цифры. Плюсики, уже нолики, двоечки, единички. Так, отлично. Плюсики, плюсики, супер. Молодцы, молодцы. Так, ну что ж, теперь давайте вернемся к презентации, к слайду. Посмотрим следующий вопрос. Так, как заполняется моя структура? Это невыгодно основателям, 100% в сеть. Вот, очень хороший вопрос, давайте мы его разберем. И, наверное, если будем продолжать разбирать вопросы, то поставьте пятерочки. Если не будем уже сегодня продолжать, то поставьте двоечку, как большинство. То есть мы сейчас уже, в принципе, отработали как бы по программе. Если будем продолжать, пятерочка. Если оставим на следующий урок, то поставьте двоечку. Если будет большинство за, то будем продолжать. Угу. Отлично, пятерочки. Так, это невыгодно основателям 100% отдавать в сеть. Вот, возвращаемся опять к рисованию. Так. Что происходит, да? Мы всегда говорим, что наши основатели максимально открыты, честны, и в нашем маркетинге все происходит на равных. То есть наши основатели зарабатывают точно так же, как и любой партнер, на тех же условиях. И, соответственно, если они выполняют объем работы, им система начисляет деньги. Если не выполняют, им система не начисляет деньги. Смотрите, то есть вся построение всей структуры, соответственно, началось с основателя компании, да, то есть кто-то же должен был запустить эту структуру, соответственно, она началась строиться с основателя компании. И вот эта вся структура имеет уже вот такой вот глобальные вот такие размеры, это уже огромные-огромные размеры, то есть более миллиона партнеров, ребят, уже более миллиона партнеров, зарегистрировано. Представляете, какой огромный поток людей. То есть под основателем находится более миллиона аккаунтов. Строится структура. Естественно, она неравномерная. Естественно, где-то кто-то активнее работает, и структура активнее заполняется. Кто-то вот здесь, предположим, очень медленно заполняет структуру. Здесь, предположим, вот на вот этой глубине структура заполнилась. Здесь она тоже, например, вот как бы вот так вот, да? То есть получается, что благодаря тому, что у нас доступный вход в бизнес, очень большой поток людей заходит в эту сеть. Очень большой поток людей заходит. И, соответственно, раз очень много людей, структура масштабируется очень быстро. Очень быстро она растет. И, соответственно, вот этот аккаунт
то есть он построение структуры с основного аккаунта основателя, он зарабатывает достаточно хорошо. И за счет как раз-таки вот этого момента, что доступный вход, огромный приток людей, постоянное движение, этого дохода вполне достаточно, чтобы вот основатель компании очень хорошо зарабатывал. Соответственно, конечно же, это выгодно, благодаря вот этим моментам. Но при этом в нашем маркетинге есть очень честный элемент, что, например, вот этот вот аккаунт может заработать гораздо меньше, чем вот этот. Согласитесь? Кто знает почему, поставьте, пожалуйста, двоечку. Да, выгодно из глубины всегда поднимаются сюда реинвесты, всегда поднимаются доходы. И именно очень глобальный приток людей за счет доступности этого бизнеса. И система растет очень быстро, структура очень-очень быстро масштабируется. Конечно же, выгодно, всегда есть результат, всегда есть заработок. Да, знаете, да? Ну, давайте немножко еще объясню. То есть в нашем маркетинге есть вот такой уникальный момент, что вот, например, вышестоящий спонсор, вот предположим, это вы. И к вам в структуру пришли партнеры. Неважно даже на какой они пришли уровне. То есть в этом маркетинге неважно, когда человек придет в бизнес, а на какой уровень он встанет. Важна только активность. А у вас, например, заполнен первый уровень, заполнен второй уровень и заполнен, предположим, третий. И к вам на третий уровень или на второй пришел человек. И он очень активно стал работать. И смотрите, что произошло. Он быстрее вас закрыл первую площадку, закрыл все свои 5 уровней. И, соответственно, он уже заработал свои 0,155, а вы еще нет. У вас вот здесь вот еще пусто, и здесь вот еще пусто. У вас еще площадка не закрыта, а у этого человека она уже закрыта, он уже заработал. А если он еще активнее работает, чем вы еще в 10 раз, да, то смотрите, что может произойти. 1, 2, 3, 4, 5 – это ваша площадка. И вот сюда, например, пришел партнер. И он строит свою структуру гораздо активнее, чем вы. У него уже 1, 2, 3, 4, 5, один раз закрылась первая площадка, у него пошла структура, еще на 5 уровней в глубину закрылась, он второй раз заработал, а у вас так и стоят первый, второй и третий уровни только закрыты. Вот здесь еще не закрыто. Вы даже еще и раза не заработали, а этот активный человек уже дважды заработал. Понимаете, да, как вот насколько честный маркетинг? Так, отлично. Возвращаемся к слайдам. Следующий вопрос. То есть понимаете, да, что, конечно же, это выгодно. Переливы, как они работают. Кто знает ответ на этот вопрос, друзья? Хотя слово переливы мы вообще забыли уже давно, и даже не нужно про них вспоминать, но тем не менее в системе предусмотрено как бы заполнение структуры благодаря переливам. Так система наша устроена, что все равно мы помогаем на каком-то этапе, в какой-то степени партнерам. Так, плюсики есть, знаете. Ну, давайте на простом примере разберем. Предположим, это вы. Да, падают на пустые места согласно заполнению площадки. Предположим, это вы, и вы пригласили вот этого человека и вот этого человека. Первый уровень, второй, третий, четвертый, пятый. Вы продолжаете приглашать, а ваши приглашенные, вот этот человек и вот этот, пока еще никого не пригласили. Но вы продолжаете приглашать, и вы приглашаете следующего человека, он становится под вот этого партнера. Следующего вы приглашаете человека, он становится вот сюда. То есть что произошло? Вот этот вот партнер получил от вас перелив. Он еще никого не пригласил, а вы приглашаете. И система, соответственно, она же не будет спрашивать, а этот партнер пригласил или этот. Ей нужно заполнять уровень за уровнем, продолжать, и она ставит людей вот сюда. Под тех людей, кто еще, возможно, не успел ничего даже сделать, да?
но уже получил от вас перелив. Вы продолжаете приглашать, и система ставит вот сюда. Теперь уже вот этот партнер получил от вас переливы. Дальше. Что может произойти дальше? Возможно, вот этот вот человек, вот этот партнер, тоже начал приглашать. И его приглашенные становятся вот сюда, под вот этого партнера. То есть получается, что теперь уже вот этот партнер получил переливы от вот этого человека, да, от вот этого партнера. Вот это понятно. Но это всегда, как говорится, очень быстро происходит, когда площадка только-только начинает строиться. Когда у вас вот здесь уже будет 32 человека, 32 партнера, и, соответственно, вам нужно уже заполнять шестой. А представьте, что под каждым из этих 32 своя вот такая вот площадка. То, естественно, вы не можете обеспечить переливами каждого человека. Вы будете приглашать, но система будет как бы находить пустые места в самом верхнем уровне. И, предположим, вот на шестом уровне у этого партнера еще здесь никого нет. А у этих, предположим, уже заполнился седьмой уровень. То, соответственно, система ваших, вот здесь у вас уже все заполнено, здесь все заполнено, то, соответственно, система ваших приглашенных поставит вот в эту пустоту. Ну и поэтому, когда у вас уже большая структура, вы не можете контролировать, обеспечивать как бы, да, всех партнеров переливами. Они будут, да, они где-то будут падать в пустоты, самые верхние пустоты. Но если вы хотите, например, равномерно заполнять площадку, то вы все равно эти пустоты будете заполнять. А если вы хотите помогать именно активным партнерам, то, соответственно, вы будете уже локально ставить именно вот в этот вот сектор, да, ваших новых людей, которых вы приглашаете. Или под вот этого партнера вы будете под активного ставить. И поэтому переливами обеспечить, когда у вас уже большая структура, невозможно. Вы не можете каждому из 32 помочь переливами. Это нереально. У вас не хватит никаких ни сил, ни времени. Ну, вы же не робот, да? Соответственно, вы сами понимаете, что переливы, они еще как-то вот, ну, ощутимы, когда уровни еще малочисленные. То есть первый, второй, третий, четвертый. Но когда уже площадка пятый, шестой, седьмой уровень, вы не можете под каждого партнера ставить, ну, переливами людей. Это сложно. Так, дальше. Поставьте, пожалуйста, друзья, единички, кто понимает, как работают переливы. Если кто-то не понимает, мы еще раз нарисуем. Единичка. Единичка. Угу. Так, единички. Отлично. Не вижу ни минусов, ни ноликов, значит, всем все понятно. Возвращаемся к слайдам. Так, следующий вопрос. Куда уходит реинвест? Да? Ну, мы, в принципе, с вами разобрали, куда уходит реинвест. Он поднимается снова, оплачивается наше же место. То есть 16-й вопрос, ребят, нужно еще раз продублировать? Если нужно, поставьте плюсик. Если не нужно, ничего просто не ставьте. То есть, по сути, мы 16-й вопрос уже разобрали с вами. Но если вдруг кому-то нужно еще раз, давайте еще раз. Нет, не нужно. Я подожду еще немного. Ничего нет. Все, отлично. Значит, тогда уже не возвращаемся. И последний вопрос. Возможно ли зарабатывать... Так, Наталья поставила единичку. Как локально заполнять, если система заполняет? А, как локально заполнять, если система заполняет? Сейчас еще раз объясню. Значит, смотрите, давайте вернемся все-таки, как, куда уходит реинвест. Куда уходит реинвест? Смотрите, реинвест 0,005. Вот у вас закрылась первая площадка. 5 уровней вы закрыли. У вас произошло начисление 0,16. И 0,005 – это ваш реинвест. То есть реинвест – это снова оплата вашего бизнес-места.
И система за вот эти деньги, ваше же личное бизнес-место, которое вы когда-то оплатили за свои собственные средства, она вам его оплачивает сама, чтобы вы с глубины продолжали получать деньги. Понимаете, если бы в маркетинге не было вот этого момента, если бы не было реинвеста, то вы бы просто зарабатывали один раз за закрытие 5 уровней, один раз бы заработали, все, из глубины вам бы не было начисления. Но так как у нас шикарнейший маркетинг, и вот этот вот реинвест, он уходит снова же на ваше же место, ваше место никуда не сдвигается. Опять у меня слетела запись, и судьба, видимо, сегодня записать урок. То есть ваше бизнес-место, оно снова же оплачивается для того, чтобы вы зарабатывали с глубины. Понимаете, да? То есть реинвест уходит к вам на ваше же бизнес-место. Теперь по поводу локально. Смотрите, ребят, вот предположим, у вас идет закрытие площадки. Вы закрыли 5 уровней, и вы начинаете уже выводить на выплату второй и третий кабинеты. И под ними нужно закрывать 6 уровень. И что значит локально? Это значит, что вы заинтересованы поставить человека в систему именно туда, куда нужно вам. А нужно вам, например, заполнять 6 уровень. И, например, заполнять его только, вот, допустим, в этом секторе, да? Вот под этим человеком. Потому что вот эти партнеры, они сами под собой заполняют приглашенными, и ваш 6 уровень, он заполняется автоматически, благодаря тому, что вот эти партнеры активны. А предположим, вот этот вот человек и вот этот человек, они не приглашают никого, они просто у вас стоят в системе. А эти вот как бы сработали, все как положено, закрыли под собой уровни, они закрыли вам 6. И вам, чтобы вот эти вот аккаунты вывести на выплату, вот эти вот кусочки нужно закрыть, потому что здесь нету людей, здесь пусто. Если вы просто будете как бы ориентировать систему, она может как бы, ну, мы не можем предугадать, она может и равномерно заполнить, и сюда поставить, оно может как бы сработать и на глубину. То есть это как бы часто происходит, и чтобы, не дай бог, как бы вот ваша работа не была проделана пустую, потому что вы уже заинтересованы, чтобы вот эти вот кусочки как бы заполнить. Вы просто-напросто регистрируете человека. Вот пришел к вам партнер. Вы его зарегистрировали по своей основной ссылке. У него открылся кабинет. Вот у него открылся кабинет. Он ваш личник, потому что он закреплен за вашей ссылкой. Но до того момента, пока он активирует площадку, вы ему говорите, что возьмите и поменяйте спонсора на вот этот вот RDX, потому что мне нужно, чтобы вас система поставила именно вот сюда. Он меняет спонсора на вот этот вот RDX, на RDX вот этого вот партнера, и заходит в систему, становится вот сюда, потому что вам нужно, чтобы он стал именно вот сюда. После этого он может снова взять и поменять спонсора на вас. То есть это как бы временная возможность для того, чтобы мы могли человека поставить именно в то место, куда нужно вам. Так, второй и третий аккаунты нужно регистрировать заново или можно в кабинете создавать еще 2 аккаунта. Второй и третий нужно регистрировать заново. Нет, смотрите, что значит заново? Они у вас либо есть, либо у вас их нет, второго и третьего. Вы когда зарегистрируете себе первый кабинет, у вас в кабинете появляется реферальная ссылка. То есть после активации вашего кабинета, после того, как вы его оплатили за 0,005, ага, если нет, то есть вы оплатили вот этот вот кабинет, у вас появилась реферальная ссылка. Вы берете эту ссылочку и по этой ссылочке регистрируете вот этот аккаунт, и по этой же ссылочке вы регистрируете еще один аккаунт, чтобы у вас именно получился треугольник. Потому что если вы зарегистрировали вот этот кабинет, оплатили его и взяли ссылку с этого кабинета, зарегистрировали третий, он у вас станет под вот этот аккаунт, у вас получится колбаска. А нам нужно по стратегии, чтобы у нас был треугольничек. Поэтому мы по вот этой вот ссылке регистрируем вот этот вот аккаунт и вот этот вот, чтобы они выстроились треугольником. Вот это понятно, Светлана? Напишите, пожалуйста, понятно или нет.
Ребят, если что-то непонятно, напишите вопросы, пожалуйста. И еще раз тогда по вопросам пройдемся. Потому что у нас по слайду вопросы закончились, в принципе, да? Мы просто можем, если где-то у кого-то что-то еще недопоняли, еще раз разобрать. Поэтому, если есть вопросы, напишите. Так, менеджер аккаунтов, ребят, отлично, но сейчас он временно не работает. Голосом сказала, да. Когда был менеджер аккаунтов, это, конечно, было очень здорово и очень удобно. Можно было привязать все кабинеты, хоть 3, хоть 5, хоть 10, к одной почте. И прям с одного главного кабинета через менеджер поставить и второй, и третий, и, допустим, семерку, неважно, хоть сколько кабинетов. Но сейчас менеджер аккаунтов, ребята, не работает временно. Он как бы дорабатывается и будет еще лучше. Как бы вынужденная такая пока что пауза. Поэтому пока что мы вот так вот регистрируем, чтобы нам не ждать, потому что это как бы нам некогда ждать. Так, Ольга, ясно, Светлана, да? Все, хорошо, ребят, вопросы, если еще есть, я жду тогда вопросы ваши. Если вопросов уже больше на сегодня нет, жаль, что у меня, конечно, не произошла запись, у меня слетела вся программа. Так, спасибо, да, Татьяна, хорошо, благодарю вас. Мы умеем. Угу. Так, при регистрации золотого треугольника, как под главный аккаунт регистрируются еще два, если даже не пригласили людей в замороженный, если даже... Так, подождите, ребят, пока не пишите. При регистрации, прочитаю вопрос Расима. При регистрации золотого треугольника... Сейчас, секундочку... Как под главный регистрируются еще два, если даже не пригласили людей в замороженном балансе первого кабинета появляется 0,005, а по маркетингу предусмотрено, что в первой площадке зачисление с... Так, не поняла, Расим, вопрос, если честно. Как под зачисление с пятой линии? Смотрите, наверное, вот это вы имеете в виду. Смотрите, что такое замороженный баланс в основном маркетинге. Вы начинаете, вы открыли первую площадку, и вы зарегистрировали второй свой же кабинет, да? Это ваш кабинет. Ну и, предположим, третий. Я пока поняла, что про замороженный баланс Расим спрашивает. Сейчас я попробую ответить на этот вопрос. То есть, смотрите, это вы знаете, что это ваши кабинеты. Но система это видит как другого человека, как это партнер, да, как это новая регистрация в компании. И этот партнер зашел к вам в площадку и оплатил 0,005. Соответственно, система начинает вам на баланс, на замороженный, эти деньги складывать. Понимаете, да? Но получаете вы вознаграждение только с пятого уровня. Треугольника, как под головной аккаунт, регистрируется еще два, если даже не пригласил людей. Ну, если вы никого, к вам в площадку никто не зашел, у вас не будет на замороженном балансе денег. Может быть, я неправильно вопрос Расима поняла. Так, благодарю, благодарю. Расим, может быть, еще раз попробуйте. Проверял много раз, что именно не могу понять. Так. Вы имеете в виду основные площадки или тарифные планы с первой линии? Первую площадку, основной маркетинг. Ну, все правильно, у вас начинают приходить в площадку люди, и система вам начинает на замороженном балансе складывать денежки. Но вы получите только с пятого уровня. Все остальные средства, они поднимутся согласно, ну, так скажем, уровню, да? То есть, если ваш первый уровень для кого-то пятым, то, соответственно, тот человек с пятого и заработает, когда под ним весь пятый уровень закроется. То есть, у вас два,
Вот рядом стоящим с вами два партнера придет под вот этим. То есть для того человека это будет пятый. Пока система насобирает, да, все, за все 32 бизнес-места, то, соответственно, к нему поднимутся эти средства. Что когда первая площадка регистрируется людей, сразу появляются деньги. Ну, все правильно, конечно. Только система будет их накапливать. И когда под партнером, стоящим на 5 уровней выше вас, накопятся все средства вот от этих 32 партнеров, эти деньги поднимутся к нему. А к вам, у вас останутся как бы деньги по закрытию 5 уровня. Я так думаю, что вы именно это спрашиваете. Так, окей, ребят, еще вопросы есть? Пожалуйста, еще вопросы. Так, пишите, подожду. Благодарю, доступно все. Подробно. Окей, ребят, так. На замороженном отражается начисление списания, остаются результаты. Да, правильно, Татьяна вот тоже ответила. Благодарю. Так, окей, хорошо, друзья, раз все понятно, мы с вами встречаемся теперь в понедельник. Так, понедельник, у нас останется здесь, по-моему, еще один слайд. Это вопросы, на которые нужно знать ответы. Мы, то есть, еще раз с вами пройдемся, да, возможно, вот распределение 100% в сеть еще раз повторим. Не пирамида, как это, какие признаки финансовой пирамиды, как отличить и как объяснить людям. То есть по всем вот этим пунктам мы еще с вами в понедельник пройдем и потом уже пойдем дальше на другие темы. Хорошо, всех тогда тоже благодарю, кто присутствовал на занятии. До понедельника, завтра вам хорошего выходного дня, наберитесь сил на целую неделю, соответственно, да. Кто не выполнил домашнее задание, ребят, пожалуйста, выполняйте. А домашнее задание у вас на вчерашний день должно состоять было следующих. О, отлично, Наталья записывала, супер просто, будет вам большая благодарность. То есть, смотрите, домашнее задание у вас должно быть следующее. Видеоролик для техники вытянутой руки, видеоролик ваша видеовизитка, видеоотзыв о первой неделе уже занятия штурм, это делать нужно обязательно. Обязательно видеоотзыв, я жду. Вот эти три видеоролика, они должны у вас быть записаны. И в чат штурма, пожалуйста, домашнее задание отправляйте. Все тогда, друзья, до понедельника, вечернее время. Также мы будем продолжать.